привет! Пока в стране идет карантин, предлагаю вам встать и размяться и выучить со мной несколько движений народного танца. Первое, с чего мы начнем, с положения рук. Руки у нас находятся на поясе, ладошки в кулачке. Первое движение – ковырялка. Наверное, вы все ее танцевали еще в детском саду. Носок, пятка, три притока. И то же самое левой ногой. Носок, пятка, три притока. Второе движение – это шаги влево и вправо. Ноги у нас идут сначала вправо, скромные. Раз, два, три и пятка. И идем в левую сторону. Раз, два, три, пятка. В этот момент руки раскрываются. Раз, два, три, четыре и закрываются. Пять, шесть, семь, восемь. Вместе это выглядит вот так. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Таким же образом идем в левую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующим движением мы идем вперед с правой ноги. Три шага и левая ножка становится на пятку. Раз, два, три, четыре. И назад. Пять, шесть, семь, приставки. Теперь добавляем руку. Когда ножка становится на пятку, ручка идет снизу вверх. Приготовились. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Движение народного танца называется припадание. Мы наступаем на правую ножку и как будто бы проваливаемся вверх. Раз. Теперь попробуем собрать их в общий танец.